Отличный момент для того, чтобы развиваться. Курс на импортозамещение открывает для российских предпринимателей возможности для расширения своих производств и открытия новых направлений в работе. Об этом говорили на конференции бизнесменов Самарской области. Очень большой курс на импортозамещение. Это первый. Второй момент, что у нас сегодня реально есть поддержка со стороны органов власти, различные, в том числе субсидии, фонды. Ну и самое главное, что предприниматели не боялись, они пробовали, ну и, конечно же, развивали производство внутри страны. Чтобы предприниматели не боялись рисковать, их проинформировали о федеральных, региональных и городских мерах поддержки бизнеса. Здесь не только предприниматели, но здесь и представители власти, здесь присутствует торгово-промышленная палата. Ну, соответственно, и мы, как депутаты, да, готовы оказать максимальную поддержку для развития каких-то производств на территории Российской Федерации, в том числе на территории городского округа Самара. В обсуждении новых идей приняли участие предприниматели из всех муниципальных образований области. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.